поехал. Сколько сейчас? 8 утра, 8 утра, Москва. Мы собираемся ехать в Серпухов, а тем временем трамвай. Да ничего не понятно. Трамвай ехал, ехал, ехал и уехал куда-то явно не туда. Да, я знаю, что с такой же и не 320 лет. Что такое стоит? Не знаю, выиграли. Там мед варят. Это будет очень интересно, если там мед варят. Нет, дверь. Открыто, открыто, открыто. Открывай. Попробуй открыть. Здесь. Так, кто может потянуться? Так, отлично. Максим, как тебе мое выступление? Первым у нас начнет Макс Максим. Уровень. Здорово. Макс Ткаченко. Третий. Так можно на динамике такой выпустить. Против встать, здесь там пасек на одной добавить. Отжимание в стойке. Может, тоже сам горизонт. Это точно не выгодно. Ну, о, я так и называю. Окей, спасибо. Затяги 4. Ну, их вот и отмечок. Буду, буду. Привет. Так, ну, твое мнение о моем выступлении. Это первое мое выступление в этом году, но я стараюсь набрать форму, еще до конца года есть время. Есть потенциал, я считаю, что можно стремиться.
побольше динамики. Ну можно вытащить вот как бы без гариков, без тачки можно, если там на одной потяге добавить. Да. Передний весь. Ну лучше с троеборьем. Если ты хочешь продолжать в том стиле, то троеборье. Пристал придется добавить немного фантазии. Я посмотрю видео Миша. Миша, что скажешь про видео, про выступление? Ребят, давай сейчас сделаем так. Что скажешь? Давай, еще почитай. Ну по уровню. То есть простенькие связочки. Да это даже не связочка, ты просто подтягивался, от нас, ты угораешь, что бьем. Я также сейчас могу наловить такой ботвы. А так? Нет, чувак, это не серьезно. Отлично выглядит, правда, серьезно. Ну блин, нет, так поугарать. На старых видео. На старых видео так и делали. Ну, все же я здесь. За более новый воркаут, скорее всего, наверное. Ну, по крайней мере, трюки, если что пошло, то парень был посильнее тебя. Нет, он не делал прыжков. Он сделал как бы и на горизонта, как бы у тебя подтягивание. То, что, то есть не за это. То, что можно выучить довольно-таки быстрее все-таки. Ну, я так считаю. А если бы я потянулся по три раза на каждой руке, я бы выиграл? Не. Не вытащил. А передний вес добавил. Вот. Передний вес и подтягивание на одной руке. Тебе взять две камеры говорить? Я просто могу еще кое-что сказать. Но другие люди обидятся. Подписчики. Вот она, сейчас подождите, ребят. Тащи минимум 10. Больше. Давай, давай. Давай. Еще тяни. Давай, давай. Еще больше. Можешь, можешь. Пошел! Давай, давай, давай! Давай еще пару раз, еще. Давай! Да не слезай! Немножко, чтобы сразу крахнуть. Давай, прям выходи вместе с ним. Блин, видимо, как умный ловит. Как это, чего, нифига себе. Давай, не теряй, не теряй. Нет, бог. Еще есть. Не видел. Поздравляю. С вами тоже давай. Что еще? Блин, забирай. Как я уже сказал, выход силы фактически состоит из двух частей. Первое — это рывок,
когда вы подтягиваете перекладину к себе. Второе – это отжимание, когда вы уже над перекладиной и выжимаете себя вверх. Но на самом деле есть небольшой секрет, есть небольшой момент, который нужно также знать. Вы не сможете делать выход силы, пока вы... Саня, как да. Антон, скажи, пожалуйста, как вам это мероприятие? Вы сегодня победитель. Другой стороны. Сегодня победитель, Антон. И как вы думаете, это хорошее мероприятие? Понравилось ли вам оно? И как вам судейство? Что вы скажете? Тяжело. Не все могут сегодня, но в завтрашний день, завтра, если, тогда победа. И вот турник хороший. Хорошо, да. А скажите, а как вы готовились вот к этим соревнованиям, чтобы выиграть? Чем вы питаетесь обычно? Я поспал. А сколько часов? Чтоб видели. Просто поспал. То есть вы не следите за питанием или что-то? Нет денег следить за питанием. Отлично, отлично. KFC – лучшие бургеры Москвы. Это не реклама. Бургеры? Я спалился, да? Бургеры. Бургеры. А вот скажите, вот. Вам удобно говорить в кулак? Как вам? Мне очень удобно говорить в кулак, а как вам говорить в кулак? Хреново. Ну, кулак такая штука, не очень приятно иногда бывает. Вообще, ребят, вообще. Ладно, Саня занял второе. Саня занял второе место на этих соревнованиях, это для него прогресс. Кулак мне всегда приятно. Просто задумайся. Последний раз он занял третье место, так что дай бог. В следующем году паренек поднимется, поднимет уровень, научится отжиматься на брусьях, научится подтягиваться, научится делать выходы. Посмотрим. Все.